В августе 2017 года пенсионеры, работающие в 2016 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионного фонда России ежегодно, не требующего подачи заявления о перерасчете размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В Хабаровском крае из 397 тысяч пенсионеров 28,5% продолжают трудовую деятельность. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка от корректировки ограничена 3 пенсионными баллами в денежном эквиваленте. С 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек. Для пенсионеров, работающих в 2016 году, но прекративших трудовую деятельность в 2017, максимальная сумма прибавки составит 235 рублей 74 копейки. Для пенсионеров, работающих в 2016 году и продолжающих трудовую деятельность в 2017 году, максимальная сумма увеличения составит 214 рублей 23 копейки. Для тех работающих, кому пенсия была назначена после февраля 2016 года, максимальная сумма прибавки составит 222 рубля 81 копейка. На эти цели отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю дополнительно направит до конца 2017 года более 130 миллионов рублей.